Мастер-класс по теме «Коммуникация хай-левел» прошел в Таврической академии Крымского федерального университета 20 февраля. Его провел журналист, радиоведущий, преподаватель факультета славянской филологии и журналистики КФУ Андрей Матюхин. Он рассказал, как побороть страх общения и публичных выступлений, как влиять на людей, используя свой голос, почему важно использовать интонацию, а также назвал самые распространенные ошибки, которые допускают люди во время коммуникации. Первое, люди не готовятся, то есть они просто зачастую игнорируют момент подготовки к тому или иному выступлению. Второе, нет четкой грамотной структуры речи. И третье, мне кажется, наиболее распространенная ошибка во время публичных выступлений или в публичных выступлениях – это отсутствие цели. Люди не знают, для чего они выступают. Выступление ради выступления неинтересно. На мероприятии присутствовали студенты разных факультетов Таврической академии Крымского федерального университета, которые активно выполняли задания тренера. Как отметили учащиеся, на мастер-классе они пришли, чтобы получить новые знания о коммуникации, узнать свои ошибки и избавиться от них. Как правильно формулировать мысли, потому что у меня это плохо получается. Вот, как говорить без опинок, как этому тренироваться. На публике выступаю очень часто, потому что в школе я была ведущей различных мероприятий. И очень часто я запиналась при прочтении текста. Коммуникация с людьми – это очень важно, потому что каждый день мы встречаемся с людьми, мы ходим в те же магазины, театры, и правильно разговаривать с людьми – это безумно важно. Поэтому сегодня мы пришли, чтобы научиться правильно коммуницировать и меньше бояться публики. В ходе мастер-класса студенты общались друг с другом, выступали на сцене, произносили скороговорки, учились управлять своим голосом и интонацией. Ольга Якименко, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.